Население Латвии стало более экономически активным и более образованным, свидетельствуют данные Центрального управления статистики. Хотя число населения в стране снижается, трудоспособных жителей становится больше. Перепись населения в Латвии проводится раз в 10 лет. В позапрошлый раз она прошла в 2011 году, когда был экономический кризис. И в прошлом году, во время ковид-кризиса. За это время число жителей сократилось на 8,7%. Число населения снижается. Естественный прирост все еще негативный, но позитивно то, что число эмигрантов, приезжих выравнивается. В будущем это может помочь в плане роста числа населения. Несмотря на то, что людей в Латвии в общем становится все меньше, число работающих растет. За 10 лет плюс 43 600 человек. Больше и тех, кто получил высшее образование. Хотя в регионах по-прежнему сохраняется сильное неравенство по числу трудоустроенных. Лучше всего ситуация в пририжских краях. Самая большая доля работающего населения в Марупе. Там трудоустроены более 65% жителей старше 15 лет. В Вадерском и Кековском краях по 64%. Хуже всего дела на востоке страны. В Лудзинском крае работают лишь 46% населения. Немногим лучше дела обстоят в Красловском крае и в Валгском. В Риге трудоустроено 57% жителей. Это почти 300 тысяч человек. Всего в стране работают 877 тысяч 100 человек. Это чуть более половины всех жителей, достигших 15 лет. Сергей Герасимов, РУСЛСМ.